Далі звернемо увагу на Молдову і ситуацію в цій країні, тому що Росія намагається її збурювати. Молдова зараз не стикається із безпосередньою військовою небезпекою, але є об'єктом гібридної війни Росії, а вона намагається повалити державну владу. Про це заявив агентству AFP міністр оборони країни Анатолій Носатий. Цитую, безпосередньої військової небезпеки Молдові зараз немає, але існують інші типи небезпек, які впливають на безпеку країни. Наприклад, гібридна війна, так сказав міністр. За його словами, генеруючи дезінформацію, напругу в нашому суспільстві, Росія намагається змінити політичний порядок. Тому зараз найбільшим викликом для Молдови є російські провокації, зазначив Анатолій Носатий. Я нагадаю, 12 березня поліція Молдови заявила про запобігання змові підтримуваних Росією груп людей, які були спеціально навчені, щоб викликати масові заворушення під час протесту в Кишиневі проти нового прозахідного уряду країни. А зараз до нашого ефіру приєднується Олексій Тулбуре, колишній постійний представник Молдови в Організації Об'єднаних Націй. Олексій, здравствуйте. Добрий день. Алексей, скажите, пожалуйста, вот как с молдовской перспективы выглядит ситуация? Из Киева мы видим отдельное сообщение, но целостную картину составить, наверное, сложно. Насколько чувствуется вот это давление, насколько сильно влияют на политическую ситуацию, на, не знаю, стабильность ситуации, на стойкость правительства вот эти какие-то инсинуации, которые устраивает Российская Федерация? Ну, с моей точки зрения, картина выглядит следующим образом. Россия проигрывает войну в Украине и в военном, и в политическом смысле. Это совершенно очевидно. То, что с ней происходит там, можно назвать словом катастрофа. Ну и решила победить в Молдове. Молдова маленькая страна, с не очень боеспособной армией, не член НАТО. Что важно, мы не под зонтиком защитным альянса. Ну и бывшая Советская Республика, что является аргументом для тех, кто выступает за восстановление Советского Союза и так далее. Вот Россия решила победить в Молдове, поскольку не может победить в другом месте. Как она это может сделать? Военным путем нет, потому что есть ВСУ, да, и их остановили. Российскую армию остановила армия украинская. Южным коридором через Одессу к Молдове прорваться не удалось, северным не удастся. И десант, о чем много говорилось, тоже не сбросишь, потому что не пролетишь над территорией Украины, ПВО собьют самолеты, вертолеты. Поэтому Кремль решил прибегнуть, как вы правильно в своем вступлении заявили, к элементам гибридной войны, поддерживать своих агентов в Молдове. Это вот организаторы протестов, партия ШОР, была объявлена главным партнером Российской Федерации буквально несколько месяцев назад на территории Молдовы. Решили проводить протесты, цель которых, реальная цель этих протестов, сменить правительство. У нас правительство проевропейское, они хотят получить пророссийское. Ну, для России стартовки, получить союзника в тылу сражающейся Украины, это очень желаемая цель. Однако в Молдове сохраняется стабильная и относительно спокойная ситуация, несмотря на попытки нагнетать атмосферу вокруг нашей страны, дестабилизировать положение и так далее. Да, протесты имеют место, но они проходят по молдавским, так сказать, традициям, скажем так. Это только протесты выходного дня. В Украине, когда люди хотят что-то серьезное получить, добиться изменений, эти протесты идут нон-стоп. У нас выходят люди в воскресенье. Значит, социальная структура этого протеста – это люди пожилые в основном. И люди из очень уязвимых слоев населения. Почему? Потому что это самые манипулируемые социальные категории населения. И их легко за малые суммы денег подвигнуть на что-либо. Практически всем организаторы выплачивают деньги. Вот при такой структуре протеста, при таком режиме, с такими людьми, выводя людей за деньги и привозя их в Кишинев из других регионов Молдовы, потому что Кишинев не выходит,
не выходит Кишинев на протест. Это люди привозные из районов, из сел. Сменить правительство не получится. Поэтому, в общем, я разделяю оценку министра обороны, что непосредственной военной угрозы нету, хотя понятно, что физически Российская Федерация может обстреливать Молдову ракетами, но, опять же, ПВО Украины тут нас защищает. Но ракетами не поменяешь правительство. Вот они эти протесты организуют, поддерживают их. Но, опять же, повторяю, перспективы этих протестов пока не очень убедительны. Алексей, а скажите, пожалуйста, вот те усилия, которые прилагают правоохранительные органы сейчас в Молдове, вот то, что Украина передала документы, то, что разведки других стран, ну, как бы заявляют, следят и совместно с Молдовой определяют, да, что кто-то там в Турции готовился и перевозится на территорию Молдовы. Вот это все помогает минимизировать? Этого достаточно для того, чтобы, ну, снять угрозу вот того, чтобы эти протесты, ну, условно говоря, выходили из-под контроля, чтобы они могли стать действительно силой, которая на что-то влияет, или нет? То есть вот остановили автобусы, проверили людей, кого-то задержали. Этого достаточно, чтобы остановить процесс, или нет? На данном этапе вполне достаточно. Идут аресты и задержания. Вот эта группа из Турции взята под надзор. Прокуратура работает над взламыванием вот этих вот каналов финансирования протестов. Идут обыски в региональных представительствах этой партии ШОР. Ну, на данном этапе это вполне эффективно, потому что с каждым разом, с каждым выходом участников все меньше. Вот это надо отметить, тенденция это есть. Более того, на последний протест не вышла партия «Союзник» партии Шора. Есть такая партия «Строим Европу дома», она называется. Во главе этой партии тоже один из бывших чиновников высоких, который находится в бегах. Против него открыты уголовные дела. Это бывший начальник молдавской полиции Георгий Ковкалюк. Они отказались от участия в этих протестах, потому что участие становится токсичным с точки зрения политической, потому что видны уши торчат Москвы, очевидно. То есть видно, что эти протесты координируются извне, и действия протестующих синхронизированы с действиями и заявлениями Кремля. И если ты хочешь все-таки какое-то политическое будущее иметь в Республике Молдова, то лучше вот во всем этом не участвовать. На этом этапе вполне меры достаточны, но если вдруг произойдет активизация, вдруг произойдет взрыв этой протестной активности, то по всей вероятности, нужны будут дополнительные какие-то усилия для того, чтобы это прекратить. Включая запрет партии ШОР, сейчас есть такой запрос в Конституционный суд, ну и задержание, нейтрализация руководителей этой партии. ШОРа самого в стране нет, это тоже неоднозначная фигура. Человек осужден за мошенничество, за отмывание денег, находится сейчас в Израиле. Но его сотоварищи, его подельники находятся в Кишиневе, они руководят этой партией, руководят протестами. Да, потребуются Алексей, другие усилия. Надо Алексей, вот можно я немного подробнее даже вот именно об этом расспрошу? Это, в принципе, довольно серьезная проблема, серьезное задание. Как вот размежевать, как определить вот эту границу, где все еще свобода слова, политическое самовыражение, где плюрализм мнений, а где уже начинается гибридная война. И мы понимаем, что даже в европейской политике, но если посмотреть на Францию, и мы знаем, предположим, что Марин Ле Пен просто получала деньги от Москвы, и это один из доноров
ее предвыборных кампаний, но тем не менее мы понимаем, что это сильная, заметная фигура французского политикума и что определенная перспектива у нее бесспорно есть. Мы знаем историю Украины, и мы понимаем, что некоторые партии сегодня уже ликвидированы, фракции, уже они просто не существуют или они живут под, они уже под запретом в Украине, но у нас уже война, и вот эти обстоятельства и раскрытие финансирования, раскрытие связей, они, ну и как бы и риторика, и заявления, и усилия этих политиков, они уже однозначно трактуются. У нас война, и мы, ну, у нас нет роскоши допускать каких-то нюансов. В Молдове все еще ситуация гораздо более мягкая, и вот возможно ли у вас вот именно запрет партии, или какое-то обвинение криминальное, или какое-то решение суда? Вы сказали, что такое дело в суде есть. Какова его перспектива, как выглядит это? Молдова демократическая страна, однозначно. Вот правительство подало заявку на запрет партии Шора еще около полугода назад, до сих пор решения нету. Если бы в Молдове был бы другой режим, например, схожий с тем, который мы наблюдаем в Российской Федерации, этой партии давно бы уже не было. У нас соблюдаются процедуры, так сказать, юридические и так далее. И мы руководствуемся, естественно, Конституцией, собственными законами, международными конвенциями. Вот что касается права на свободу выражения, о которой вы говорили. Есть конвенция по правам человека. В этой конвенции, я говорю со знанием дела, поскольку работал там определенное время в Страсбурге, есть статья 10, которая говорит о фундаментальном праве людей на свободу слова. Тем не менее, там есть определенные ограничения. Вот эти ограничения свободы слова касаются территориальной целостности, безопасности страны, сохранению здоровья людей и так далее. Если речь начинает идти о пропаганде агрессии, пропаганде ненависти, интолерантности, каких-то идеологий античеловеческих, тогда государство вправе ограничивать такую свободу слова. Вот, например, на днях один из видных лидеров партии социалистов. Почему я говорю о партии социалистов? Они не участвуют в этих протестах, но это самая крупная оппозиционная пророссийская партия сегодня в Молдове. Ею руководил до недавнего времени известный в Украине человек Игорь Дадон. Он известен тем, что у него была антиукраинская позиция, в частности по Крыму, по другим вопросам, и за весь период своего президентства, он был президентом Молдовы, он ни разу в Киев не поехал, и в Бухарест ни разу не поехал. Такой был у нас президент. Стыдоба. Так вот, один из лидеров заявил о том, что они поддерживают то, что делает Путин, что Россия не вторгалась на территорию Украины. Это его, я цитирую буквально этого человека. А войну развязала хунта киевская. То есть человек воспроизвел нарративы Кремля. Я считаю, что пришло время вот за такие заявления, поскольку эти заявления могут характеризоваться или расцениваться как прямая поддержка войны, убийства людей, разрушение городов и так далее, должны санкционироваться уголовным образом. И то, что говорят на этих протестах, за что выступает эта партия, тоже в определенном смысле может расцениваться как пропаганда войны. И вот тут у правоохранительных органов, у прокуратуры есть достаточно аргументов для того, чтобы поддержать обвинения в суде против этих политических формирований или отдельных людей, обвиняя их в том, что они, в общем, выступают за то, что неприемлемо, за неприемлемо в 21 веке в любой демократической стране. Выступают за войну, выступают за то, что творит сегодня Россия. То есть я думаю, что вполне накапливается база аргументов для того, чтобы предпринимать более серьезные санкции против этих людей.
Алексей, спасибо. Вот именно последнее разъяснение, оно дает такое понимание картины. Действительно, война не только в Украине сделала ситуацию максимально ясной, прозрачной и однозначной, но для мира тоже. И вот сейчас вы говорите о том, что даже в отношении международного права вот такие высказывания и молдовских политиков, и молдовских вот участников каких-то собраний, каких-то протестов могут и должны трактоваться абсолютно однозначно. Это важно. Спасибо за понимание такого аргумента. Он, конечно, комплементарен и приятно это услышать в Украине, что не поддержка, что Молдова, точнее, поддерживает Украину, и что неприемлемо там говорить о каких-то вещах, которые сопутствуют российскому вторжению. Но и важно, что в международном праве это тоже фактически зафиксировано. Это может помочь и Молдове тоже очистить свою политическую арену и сделать более такой стройной ситуацию и более управляемой. Спасибо вам за сьогоднішній розговор. Олексій Тулбуре, колишній постійний представник Молдови в Організації Об'єднаних Націй, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ. Стежимо за тим, що відбувається в Молдові, і, звісно, підтримуємо Молдову у європейських цивілізаційних прагненнях.